Доброе утро. Меня зовут Пулина Елена. Я 25 лет преподаю английский язык в частной семейной школе. И 15 из них изучаю психологию и нейропсихологию, чтобы помочь моим ученикам разобраться в себе и в работе своего мозга. Наступила осень, и я все чаще слышу жалобы. Ой, какая отвратительная погода. Ой, дождь. Ой, слякоть. Ой, скоро гололед. Ой, скоро будут снегопады. Нам очень повезло. Мы живем в замечательной стране, где климат настолько переменчивый, постоянно происходит что-то с природой, что меняет картинку за окном. Поверьте, это потрясающий шанс уйти от депрессии. Люди, которые живут, например, в северном климате, Скандинавии, Великобритании, Германии, они имеют затяжную серую осень, переходящую в такую же серую зиму. У нас за это время меняется картинка за окном несколько раз. От красоты желтой до опавших листьев и потом красивый белый пушистый снег. Мы меняем наш гардероб несколько раз в году. Мы переобуваем наши машины на зимнюю резину, на летнюю резину. В Европе нет этого. У них есть всесезонная резина. И поверьте, это очень важный момент для нашего мозга. Мы должны быть благодарны тому, что наши сезоны меняются. И таким образом у нас в голове есть постоянный отсчет. Мы не живем в постоянной рутине, в постоянном непонятном, таком как белка-колесе режиме. У нас что-то все время меняется за окном. Поэтому в следующий раз воспринимайте смену погоды как напоминание вашему мозгу, что жизнь разнообразна, интересна и что в жизни есть место всему. Спасибо вам за внимание. Улыбайтесь. С вами была Пулина Елена. Давайте уже учиться разбираться в себе и в окружающих.